Анна Ковалева, палата номер 5. Простите, пожалуйста. Вероника. Вероника. Вероника, пожалуйста, не отключайся. Это наш единственный способ оставаться в контакте. В общем, то, что я тебе скажу, может тебя шокировать. Но времени реально очень мало, поэтому просто сиди и внимательно меня слушай. Хотя ты ничего не можешь мне там сказать. Короче, я прилетела к тебе из 2058 года. В виде ментальной проекции в твой мозг, который алкоголь сделал восприимчивым к когнитивным и разным квантовым скачкам. Мне, то есть тебе, 67 лет. И нам, дорогой, нужно серьезно поговорить. Так. Ты не веришь, что я настоящая, да? Ну, смотри. Татуировка такая же, как у тебя. Все равно не веришь. Хорошо. Тогда откуда мне знать, что в 7 лет ты упала с бетонной стены недостроенного дома и свалилась в крапиву, но так боялась сказать об этом бабушке, что наговорила, что все ноги у тебя в волдырях от аллергии на мед. Откуда мне знать, что в детстве ты так вдохновилась сериалом «Любовь и тайны Сансет Бич», что написала пьесу про любвеобильную девушку Монстеру и придумала очень заковыристые имена ее семерым детям. Несчастным. Ну, а откуда же я знаю, что ты 2 недели думала, позвать или не позвать этого молодого педагога по матанализу, который на тебя смотрел, на кофе. Ну, побоялась даже написать. А ведь у него такие глаза, будто в каждом подворочке, как у самых машин. У вас могли бы быть умные дети, да? А вот Олька не побоялась написать. И теперь они вместе выбирают светильники в Икее. Ну а ты по этому поводу вчера пошла и нажралась в баре. И да так сильно, что грохнулась с лестницы. И теперь сидишь в больнице. Потому что бошку расшибла. Ну, теперь веришь? Наконец-то. В общем, перейдем к делу. От того, что я тебе сейчас скажу, зависит моя и твоя жизнь. Тебя, наверное, интересует будущее там, как что сложилось, за кого ты вышла замуж, сколько у тебя детей, похудела ли ты, стала ли звездой. Плохие новости, детка. Светлого будущего не будет. И во всем виновата ты. Это ты все испортил. Все мои беды из-за твоей вечной нерешительности. Это ты провела мою жизнь плохо. В вечном просто течении, плывя по течению, просто ничего не делая, просто бухая и ноя всем подряд. Годы, Вероника, ты провела в мечтаниях о каком-то там таинственном завтра. Оно не придет. Ты все время старалась найти какие-то левые отмазки, чтобы ничего не делать, чтобы не действовать, чтобы не делать первый шаг.
чтобы не жить настоящим. Да, Господи, ты покупала платья и не носила их. Берегла на будущее. И что теперь? Они до сих пор висят в моем шкафу, неношенные. И даже духи стоят, нетронутые. Ты понимаешь, что твое завтра – это мое вчера. Я здесь, чтобы тебе помочь. Я прилетела к тебе из Саратова. Да, детка? Ты будешь жить в Саратове. И там, между прочим, только одна машина времени на всю область. И очередь на 2 месяца вперед. Ага. Да, конечно. Технологии потом шагнут. На месяц вперед. Машина времени. Технологии-то, конечно, скакнут вперед. Но только твоей личной жизни это никак не поможет. Ты будешь одной из первых пользователей Тиндера будущего. Там нужно будет анкету заполнить, 500 вопросов. И на такую вот моральную и энергетическую совместимость с потенциальным партнером. Ну и в общем, потом это вся машина с помощью искусственного интеллекта и бигдата выдает тебе твою вторую половинку. И что ты думаешь, как ты? 5 лет! 5 грёбаных лет совместной жизни мне понадобилось, чтобы понять, что как бы этот мужик не моя вторая половинка. И что машина никогда не сможет найти счастье вместо тебя. Ты тратила мои годы. Будь решительней, хватит забивать горе несовершенной ошибки. Это же бред. И хватит бухать, торчать в бар для последнего. Главное – это вовремя уйти, как говорит наш президент Собчак. Запомни эти слова. И я просто хочу, чтобы ты перестала все откладывать на завтра. Все происходит сегодня, настоящее. Все. Короче. Делаем. Как только ты приземлишь, ты ведешь себя быстро знакомишься с тем мужиком из соседней палаты, который на тебя глазет, который хочет носить. Ты помнишь, какие у него глаза? Лады, сонка, кивана. Очень сухо. А что? Отличное место для навязчивого знакомства. Понимаешь, ты не хочешь делать первый шаг. Но как бы никто через 40 лет и не вспомнит, кто именно сделал первый шаг. Тебе не нравится его успех? Боже, а как он программист? Потому что 12 лет время на лесу. Очень перспективный. Моешь его, вводишь хипстером в барбершоп, они его там поп-поп-поп, и будет тебе завидно с каркадером. Что ты мычишь? Что? Какая мама? Меня его мама вообще не интересует. Я с ним собираюсь жить. Ты, кажется, начинаешь как-то. Да. Я сейчас вернусь. Хочу, чтобы та меня была от себя из будущего мужа. 2 детей, а лучше 3. Внук 2 лабрадоров.